В доме музея Ленина по-прежнему жива традиция накануне Рождества и Нового года украшать елку игрушками, сделанными своими руками. Эта традиция вновь была возрождена в этом доме в 1940 году. Чтут ее и поныне. Какими же игрушками украсили музейную елочку школьники в далекий от нас предвоенный год? Широкое распространение тогда получили елочные игрушки из прессованной ваты, такие как клоун, Пьеро, девочка и малыш. Сейчас они хранятся в фондах Ленинского мемориала. Им уже 80 лет. Фигурки раскрашивали цветными красками и покрывали крахмальным клейстером. Их тематика отражала советскую действительность. Полярники, парашютисты, самолетики, дирижабли. Не отставала и тема цирка. Практически каждую новогоднюю елку украшали игрушечные клоуны, медведи, слоники, собачки. С середины 60-х годов 20 века о елке в доме музея Ленина знала пионерская детвора всего бывшего Советского Союза. Среди пионеров проводился конкурс на лучшее украшение для елки в доме музея Ленина. Олицетворением тех лет является игрушка из Саратова «Миру мир», выполненная из прессованной ваты в технике 40-х годов. Она изображает земной шар, лежащий на крыльях двух белых голубей в окружении школьников в парадной пионерской форме.